Они такие одинаковые, такие разные. Мама воспитатель, мама продавец, мама инженер. Объединяет их одно. Дети этих мам полицейские. Селфи с мамой, подарок ко дню матери. Конкурс фотографий проходит в интернете. Посмотреть их и проголосовать за понравившиеся можно в группе Министерства внутренних дел в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В альбоме полицейские поздравляют своих мам. Очень много фотографий, более 1000 со всей страны, со всех концов нашей страны, где сотрудники главных управлений принимают участие, выкладывают фотографии со своими мамами. Мамы же, в свою очередь, говорят о том, что для них это необычно, неожиданно, но в то же время приятно. В нашем округе руководство полиции уже выбрало лучшие фотографии. С победой в конкурсе селфи мам полицейских поздравляли прямо на рабочих местах, от детского садика до войсковой части. Мамам вручили благодарственные письма, где выразили искреннее признание за достойное воспитание детей, которые стали ответственными сотрудниками. Сказать вам огромное спасибо за вашу дочь, которую вы вырастили, за сотрудника. Мы сегодня поздравляем матерей, вырастивших таких прекрасных детей, которые работают в органах внутренних дел. Дай Бог вам здоровья. Самые интересные, оригинальные и популярные фотографии будут опубликованы в слайдере на сайте МВД России до 30 ноября. Закир Вафин, Леонид Шишлов, Андрей Котов, телеканал «Север».